Пинский пограничный отряд охраняет участок границы протяженностью почти 300 километров. Особенностью Полесского региона является пересеченная лесисто-болотистая местность, а зачастую тропы пограничников пролегают через труднопроходимые места. Именно поэтому в Пинском погранотряде используется техника высокой проходимости. На охраняемом участке находятся два заказника республиканского значения – Альманские болота и Средняя Припять. Обширные территории, преимущественно в Столинском районе, занимают верховые болота. И здесь пограничники не обходятся без особенной техники. На данных направлениях используют в охране границы болотоходы. В 2011 году автопарк погранотряда пополнился первым болотоходом «Роса», что стало большим подспорьем при выполнении задач по охране рубежей страны. Позже был приобретен еще один аналогичный вездеход на пневматических подушках. А совсем недавно на вооружение пограничников поступили два принципиально новых болотохода «Мазман». Машины очень хорошо себя зарекомендовали, как в условиях бездорожья, как лесисто-болотистой местности. Позволяет очень себя хорошо чувствовать на бездорожье, вот на таких же самых разливах. Ну и при необходимости преодолевает водоемы на плаву, независимо от глубины. То есть машина не боится глубины. Она оснащена специально гребным винтом, который позволяет ускоренно передвигаться по воде. Чем еще хороша машина? У нее очень, она сама по себе экономная, вот, комфортная, обладает большим количеством посадочных мест. И тем не менее важно, что у машины очень большая грузоподъемность. Для данного класса это очень хороший показатель. Машина может передвигать на себе груз общим весом до 1000 килограммов. Данная техника позволяет с легкостью преодолевать самые труднопроходимые районы, разлитые поймы, топкие болота и даже такие водные препятствия, как реки и озера. Машины эти очень спасают и очень помогают, так как в их отсутствие приходилось участок заболоченный преодолевать несколько часов, прилагая большую физическую силу, нередко проходить мокрым в ненастье, в сложных погодных условиях, а данная машина позволяет за очень короткий период времени преодолеть этот же участок. То есть потребность в этих машинах очень высокая, и они свое назначение оправдывают. Еще один совершенно новый образец военной техники – это грузовой автомобиль МЗКТ. Он был разработан специально для пограничной службы, исходя из всей специфики выполняемых задач. Придя на смену легендарному ГАЗ-66, не менее эффективно используется в повседневной служебной деятельности подразделений границы, будь то для доставки пограничных нарядов или необходимых имущества и грузов. Уже несколько лет на вооружении у пограничников квадроциклы. С их появлением наряду не составляет труда, беспрепятственно, а главное – быстро добраться до любой точки на охраняемом участке. Неприхотливая в эксплуатации техника позволяет выполнять разные задачи: проверка режима границы, выезд по сработке сигнализационного комплекса, преследование и задержание нарушителей границы и другое. Вооружение и техника на сегодня позволяют сотрудникам Пинского погранотряда эффективно выполнять задачи по охране государственной границы.